Воспитанники Чувашской школы спортивного туризма завоевали серебро на первом чемпионате мира по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Соревнования прошли на минувшей неделе на спортивно-туристической базе города Салехард и Мало-Ненецкого автономного округа. На лыжных трассах встретились спортсмены из Сербии, Белоруссии, Казахстана и России. В составе нашей сборной к хозяевам стартов присоединились представители МРИЭЛ, Чувашии, Вологодска, Свердловска, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Чувашию на чемпионате мира представили опытные спортсмены Андрей Львов и Сергей Кузнецов. Отрадно отметить, что на непростой дистанции лыжная связка они показали второй результат и завоевали серебряные медали. В личном зачете Андрей Львов замкнул пятерку сильнейших участников, а его товарищ Сергей Кузнецов стал восьмым. Добавим, что в командном зачете победу одержала сборная команды России. Наши спортсмены заняли все места пьедестала почета в личных соревнованиях и связках как среди мужчин, так и женщин. Поздравляем всю российскую сборную с высокими результатами, желаем неиссякаемого спортивного азарта и новых побед.